такой известный эзотерик немецкий, Рудольф Штайнер. Основоположник биодинамического фермерства, эритмии и так далее. Ну, возможно, это вам ни о чем не говорит, но я вспомнила, что он говорил, что ну, человек чувствует себя счастливым, об этом еще и говорил Гёте в Фаусте, когда он служит другому, другим людям, да? И часто получается так, что обычный человек замыкается в своей четверке, как я говорю, то есть работа, дом, семья, и дальше этого он не видит. И это не я уже говорю, это многие психологи говорят, что если человек замыкается в этом, он может стать агрессивным, срываться на тех же родных, несчастных и так далее. Но самое интересное начинается, самая интересная трансформация начинается тогда, когда вы чувствуете связь свою с другими людьми, которые вам вообще ну, практически никто, да, и вы начинаете что-то для них делать. Одна из форм служения – это искусство. То есть то, что сейчас перед вами делали семейные дамы, у которых миллион забот, поверьте мне, но они почувствовали, что когда они служат, и им хорошо. Теперь несколько слов про Лидию. Вот у нее тоже интересный опыт. Как она мне рассказала, она сначала просто хотела попробовать. Она и представить себе не могла, что она будет перед кем-то выступать.